Ребята, всем привет! Приветствую на канале Mongoose Games. И сегодня я вам представляю игру Medieval Machines Builder. Это у нас такой необычный симулятор, где мы с вами будем строить и будем выступать в роли средневекового инженера. Но строить мы с вами будем не города, не дома, не замки всякие разные, а строить будем мы с вами осадочные машины, с помощью которых потом будем брать замки, ну и испытывать их в бою. Ребят, игра пока что в раннем доступе, но должна где-то недельку через две появиться уже на просторах нашей игровой платформы. Желаю всем приятного просмотра, ну а мы с вами начинаем. Наш верный инженер, как Королевский совет, мы обязаны обеспечить безопасность и процветание нашего народа. К сожалению, мы не можем закрыть глаза на неизбежную угрозу, которая вырисовывается над нашими границами. Наши враги все чаще вторгаются на наши земли, безжалостно разграбляя и горящие пограничные деревни. Мы не должны позволять этой ситуации сохраняться. Как многообещающий молодой военный инженер, мы доверяем вам жизненно важную задачу по оказанию помощи нашим силам, построив катапульту и используя ее для уничтожения пограничного поля противника. Это послужит решительным посланием для наших противников о том, что мы не будем терпеть никаких дальнейших актов агрессии против нашего королевства. Помните, что наша конечная цель – сохранить мир и безопасность для наших подданных, делая вашу миссию и иметь первостепенное значение. Продемонстрируйте свою непоколебимую верность как преданного слуги королевства. Мы не ожидаем ничего, кроме как лучше, и мы знаем, что вы подниметесь до этого случая. Пусть боги улыбнутся нам, когда мы отправляемся в эту кампанию полем. Королевский совет. Я все понял. Я наконец прибыл в наш осадный лагерь, и теперь моя миссия — построить катапульту. Во-первых, я должен проверить место, где я должен его построить. Так, ну у нас звездочка подсвечивается, да, куда нам идти? Вон, 31 метр. Хотите морковь? Добавить ингредиент. На тебе. Супец. Морковочку. Так, а рыбу мы можем ему закинуть? Так. Длительность мышки сильно большая, да? Палочку подбирать не можем. Ладно, пошлите знакомиться с нашим местом. Так, вот тут мы будем с вами строить катапульту нашу. Мне нужны дрова, чтобы начать строить. Я должен пойти в рощу поблизости и нарезать деревья. Угу. Так, ну перевод тут еще такой бывает, с ошибками. Этот сидит такой там, спрятался где-то в тенечке. Тут лагерь у нас еще, да? Стоит. А там уже враги, я так понял, да, наши? Даже мы пройти не можем. Это что, стрелы в мешках торчат? Да, вон там наши враги, я так понял. Так, ладно. Берем, в общем, инструмент. Топор. И отправляемся в лес рубить деревья. Разрежьте дерево. Ну, скорее всего, означает срубите дерево, да? Рубим. Три деревянных бревна лежат на земле. Я заберу их и принесу их на мастерскую. А затем лазь. Короче, затем использую мой топор. Понятно. Так, подбираем бревна. Раз, одно бревнышко. Второе. И третье. Относим их в нашу мастерскую. Вот сюда вот. Пройти. Дайте. Поместить дерево. Эти мы пока что сюда поскидываем рядышком. Так, берем наш топор и погнали
делать запчасти на катапульту. Такая механика у нас получается. Я могу начать строить катапульту. Я принесу деревянный луч на строительную площадку. Угу. Так, топор убираем, забираем деревянный луч и несем нам на площадку. Вот сюда, вот у нас тут маркером подсвечивается, да, куда это надо положить. Есть. Теперь я должен построить луч на противоположной стороне. Так, отправляемся на... еще один делать луч, да? Берем бревнышко. Туда его. Берем топор. И погнали обратно делать. И желательно на синенькую попадать, да? Стрелочкой. Тогда мы быстрее это все делаем. Наши деревянные лучи. Разные балки. Готово. Похоже, мне понадобятся более короткие балки. Я должен увидеть обычный луч на правильной мастерской. Так. Берем бревно. Ложим его сюда. Обратно топор. Погнали еще один луч делать. Готово. Топор убираем. Топор убрать. Берем, помещаем его теперь вот сюда. Теперь берем с вами, теперь берем с вами пилу и начинаем резать. Вот так вот происходит у нас разрезание луча. Не попали. Готово. Используя более короткие балки, я могу продолжить строить катапульту сейчас. Ясно. Берем и берем. И отправляемся сюда. И нам надо одну вот сюда положить балочку. Ну или как он их там называет, луч, да? А одну вот сюда. Мне понадобится еще несколько материалов, чтобы продолжить строительство. К счастью, рядом со строительной площадкой есть большая коробка гвоздей. Я также должен попросить квартирмейстера дать мне остальные части necessary. Ясно. Отправляемся с вами. Так, нам куда? Вот сюда. Идем к ящику за гвоздями сначала. Берем гвозди все. Забираем отсюда. Не знаю, сколько нужно, но забираем пока что все. Идем к нашему квартмейстеру. Вот он тут стоит. За голову что-то держится. Поговорите с интендантом. Ну давай, поговорим с тобой. О, как тебе плохо-то. Господи. Сегодня жаркий день. Мне нужно немного отдыхать. Если вы принесете мне немного пива со стола банкета на другой стороне лагеря, я позабочусь о том, чтобы у вас было все, что вам нужно. Угу. Понятно. Так, единственное, я хотел немножко убавить музыку. Ну, наверное, как-то вот так вот. Это прям, ну, сильно громкая. Так, идем в лагерь, Где-то тут банкетный стол должен быть. О, тут даже луки у нас находятся. Тут что? Тут копья. Прям оружейная. Палатку зайти не можем, нет. Так. Овощи. Это вот это банкетный стол? Ну, берем пиво тогда. Может, хлебушка надо было ему еще прихватить. Это сидит, похлебку тут ждет, варит. Или ждет, пока сварится. Где-то мы с вами в ущелье каком-то, да, находимся. Там написано 1/5. 1/5 это что? Туда надо было ингредиенты какие-то еще закинуть. Он похлебку сварил. Говорите, на тебе пиво, держи.
Вы спасли мне жизнь. Теперь вы можете взять все необходимые материалы. Угу. Так, берем у него материалы. Вот это берем. Шкуры, тут всякий металлолом. И все, что ли? Давай нам еще. Веревки. Вот это уже не берется, это не берется. Ладно, если что, придем к тебе, потом еще возьмем. Так. Дрова нет. Мы закинули этому... Ну, веревку точно сюда кидать не надо, в котел, да? Добавить ингредиент. А какой мы можем сюда ингредиент еще добавить? Ну, после рыбы точно нет. Картоха нет. Морковку мы закинули. Что, по-моему, туда еще закинуть-то? Супчик наш. Наш супчик. Вроде как ничего не валяется больше, да? Что ему туда надо еще закинуть? Может, это по заданию надо будет сделать? Давайте прогуляемся, посмотрим. Может, где-нибудь что-нибудь найдем. Вот еще есть морковка. Грибочки собирать можем? Нет. Грибочки собирать мы не можем. Это что, мне надо по всему лагерю ходить морковь еще собирать, искать? Так, тут охрана стоит, чтобы никто не убежал. Да? Дерево повалили. И чтоб враги сюда не зашли врасплох, нас не взяли. Давайте попробуем кинуть еще морковку, посмотрим, что означает. Тут котел пустой, да? Одни ошметки от рыбы валяются. Так, давайте побыстрее пробежим. На. Да, 2 из 5. Короче, надо будет еще поискать тут 3 морковки, да? Где валяются. Ну ладно, давайте пока что займемся дальше нашей катапультой. Если увидим морковку, то закинем. Может, это какое-то побочное задание у нас? Похлебку приготовить. Так, идем в лес. У нас бревна закончились. И начинаем рубить деревья. Так. Готово. Угу. Берем бревна. Это тут еще одно должно быть. Делаем с вами наш деревянный луч. Себе морковки-то набрать столько. Кидываем бревна. Так, одно вот сюда, да? Берем наш топор. И погнали. Дальше это все производить. Так, топор убираем. Берем луч. И понесли. Ложим его вот сюда. Вот, теперь надо забить скобы, да? Так, молоточек. И еще разок. И теперь вот это. Готово. Так, тут что, у нас есть деревянный блок маленький, да? Делаем. Забиваем скобы. Ну, давай. И вот эту вот. Готово. Так, теперь вот сюда. Сейчас мы отгрохаем эту катапульту. Так. А сюда нужно уже короткий деревянный луч, да? Ну, пошлите искать. Так, я побегал бы еще морковку поискал. Еще какую-нибудь. Где-нибудь. Нам еще 3 штуки надо их найти. Только где они тут у нас валяются? В нашем лагере. Хватить пиво. Колбасу. А пиво ему не надо в этот, как его, в похлебку? Может, пиво? Надо. Там у нас как раз 3 бокала еще стоит. Давайте попробуем ему пиво сюда закинуть.
будет похлебка на пиве. Добавить ингредиент. Нет, пиво он не хочет. Ладно, оставляем. Вот тут целая корзина моркови, капусты, картохи. Но взаимодействовать не можем. Так бы мы насыпали бы туда, да и все. Крутить колесо. Но это нам позже понадобится, да, колесо на катапульту. Веревки нам тоже, скорее всего, позже понадобятся. Не вижу я больше морковки. Где она? Есть. Ладно. Продолжаем строительство. Так, топорчик. И погнали. И вот так вот. Готово. Забираем. И это все тащим вот сюда. Отлично. Забиваем скобы. Надо пойти будет еще остальные запчасти забрать у этого квартмейстера, интенданта. Подойдем и забиваем. Так, ось задней части плюс веревка. Веревка мы видели, где валяется. Сейчас нам подберем все веревки. Так, а сюда деревянный, да, нужен уже короткий деревянный. Так, ось задней части. Ага, вот она. Так, берем ось. Где-то тут лежала веревка, вот она. Берем веревку. И несем это все вот сюда. Готово. Так, с одной стороны веревку примотали. Ага, колеса нужны. Ну давайте сначала короткий луч сделаем еще один. Да, топорик. Вот такими нехитрыми действиями, ребята, мы создаем всякие разные лучи и потом с этого все делаем нашу катапульту. Готово. Забираем. Забираем. Это сюда. А это сюда. Но правая верхняя базовая. А что ты не хочешь ложить? У нас же все имеется. Или пока вот эту мы не сделаем, ту не можем делать. Ну давайте эту сделаем. Обьем сейчас скобы. Так. И еще удар. Готово. Берем туда. Так, короче, по очереди все надо делать, да? Просто так сразу он много не накидывает. Хотя можно было с одной стороны положить, потом с другой стороны положить, да? Так, колеса нам надо еще, да? Это у нас щит, где-то колесо я видел. Где-то я видел колесо. Вон одно лежит. У этого сейчас заберем остальные инструменты. Вот это вот, ой, сюда нажал. Вот это забираем и вот это забираем. Так, берем веревку. Потом
берем еще один, одну вот эту оську. И несем ее. А, сюда ее не надо, да? Понятно. Давайте вот этот блок создадим тогда. Потом оську уже эту ставим. Так. Процесс идет. Готово. Теперь вот сюда. О, забили. Теперь эту. Вот. Мне понадобится несколько веревок, чтобы продолжить строить. Я думаю, что я видел, как некоторые из них разбросаны по лагерю. Да, мы уже с этим разобрались. Мы уже одну ось с вами поставили. Так. Веревочка. Одна есть. Готово. Теперь надо колеса, да? А сюда что надо? Короткий луч, веревка. А туда? А вот туда мы что-то можем вставить, да? Забиваем. Что-то мы там... А, это веревка такая, ребят. Получилось. И теперь надо с этой стороны еще приколотить. Да, чтобы у нас все держалось крепко. Чтобы наша катапульта во время испытания не развалилась. Так, тут рука какая-то нужна уже. Что за рука? Я думаю, рука это вот это вот. Да, схватить рука. Давайте. А, это куда мы будем закладывать камни, да, наши боеприпасы. Вот тут надо ее подколотить. Давай, 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 давай. Готово. Ну все, все, все. Пошлите искать колеса. Туда что надо? Ось. И две веревки. Ось. У нас вот есть ось. Да, вот она ось. Давайте найдем тут еще пару веревок. Отбираем. Отбираем. Да мы, наверное, сейчас все веревки соберем. Которые валяются. Где-то тут я еще видел. Вот это забираем. Вот это забираем. Колесо от телеги подойдет? А катапульту? Нет, не подходит. Чё приуныл, дружок? Не унывай, сейчас все будет сделано, сейчас все будет здорово. Так, возьмем колесо, кстати, еще сразу. Оттарабаним его. Вот сюда, вот. Так. Эту штучку мы закрепляем. Готово. Да, ось нужна, да? Ось у нас вот она. Берем. Угу. Вставляем. Это сразу забиваем. Готово. Вот эту забиваем. Есть. С этой стороны. И с этой стороны. Готово. Сюда что надо? Шкафчик какой-то, да? Ага, фиксатор. Стрелять. Оно. Стрелять. И не натягивается пока, да? Так, осталось нам колеса. И сюда что надо? Короткий деревянный луч. Это нам надо телепать еще за бревнами. Ну, вот это дерево срубим сейчас. Тут поближе. Готово. Тут в лесу морковь нигде не валяется. Точки нет. Интересно, почему нельзя грибочки, да, в суп добавлять? Получилась бы грибная похлебка. Может, это просто поганки, ядовитые грибы, поэтому мы не можем брать.
Морковь я больше не вижу, чтобы где-то валялась. Берем бревно. Второе. Третье. Там два коротких луча надо сделать, да? Короткие же лучи нужны? Или большие? Короткие, да? Да, сейчас одно бревно с вами обработаем. Так. Процесс пошел. Готово. Берем. Туда. Хорошо, бегать далеко не надо, да? Мазали. Готово. Убирай пилу. Бери и лучи. И погнали. Да. Веревочка есть. Туда надо очень короткий деревянный луч. Ага. Ну это сюда. И сюда надо очень короткий деревянный луч. Я понял. Так. Продолжаем мастерить. Ну, берем это сюда. Так, ножовку. Теперь, наверное, вот эту, да? Вырезать деревянный луч. Так, а может мы каким-то другим инструментом сможем это все сделать? С помощью топора, например. Не? Не можем, да? Молоток. Цы. Не, не подходит, да, ничего? Ну, возьмем. Может, куда-то вот сюда его надо положить? Так, нет, тут бревно. А как нам делать короткий деревянный луч? Так, камень. Ну, это потом будем пулять, да? Давайте попробуем вот этот короткий сюда положить. Нет, надо очень короткий деревянный луч. Где мы его можем с вами смастерить? Так, ну один бросим. Берем. Поместить. Поместить. Берем ножовку. Ага. Когда два лежит, короче, мы так не можем. Да? Надо один убирать. Я понял. А что такое? Отлично. Ножовку убираем. Ну, а вот эти маленькие берем, да? Нам же там два надо было маленьких. Сюда. Готово. Закрепили. Ага, веревка нужна. Чуть искать веревку. Нужна еще веревка. Колесо. Колесо брать не можем. Руки заняты. Ага, вот еще веревочка. Отлично. Вкладываем это все сюда. Но. Очень короткий деревянный луч. Вот он у нас. Что тебе не нравится? Все у нас имеется. Ладно, принесем колесо. Может, без колеса не хочет этот деревянный луч ставить. У нас же с другой стороны колесо стоит? Стоит. Не хочет.
построить часть машины. Вот эту штуку мы еще не забили. Угу. С той стороны ничего забивать не надо. Так, ну-ка. А, вот, теперь делает это все. Какой ты привередливый. Все по рецепту, да? Мне нужно несколько топоров. Я видел некоторые на универсале возле коробки гвоздей. Катапульте нужны колеса. Видел их возле универсала. Мне просто нужно привезти их сюда. Понятно. Так, это сделали, да? Колесо берем. Это сюда. Забиваем. Готово. Туда нам что требуется? Туда нам короткий деревянный луч нужен. Вот он у нас короткий как раз таки валяется. Несем его сюда. И это надо приколотить. Чем нам топор нужен был, я не знаю. Я думал, у нас молоток сломался. И строим еще катапульту, да? Очень короткий деревянный луч теперь нужен. Да что ж такое-то, сколько можно? Ну ладно, у нас еще одно бревнышко есть. Ложим сюда. И погнали. Вот так. Топор убираем. Убираем. Берем. Сюда. Ножовку. Пилим. Рубим, пилим. Строгаем. Процесс у нас идет. Катапульта почти собрана. Так, один на пол бросим, один сюда обратно, да? Опять ножовку и опять вырезаем очень короткий деревянный луч. Короче, делаем маленькие брусочки, да? Так, берем. Там же один вроде нужен был. Сюда. Так, это мы прибиваем. Теперь с этой стороны скобами все закрепляем. Делаем все на совесть один раз. Ну, осталось поставить два колеса, да? Два колеса. Одно вот оно. Ну и второе там валяется тоже рядышком. Это сюда. Сразу забиваем. Потому что он нам все равно больше не даст ничего сделать, пока колесо не установим. Такс. Это сюда. Наконец, катапульта готова. Давайте проверим это в бою. Давайте отрегулировать угол катапульта, да? Нам что надо? Так, бери. Ну, нормально. Так. Натягиваем. Повернуть, это он будет стрелять, да? А, это мы можем проверить, да? Угол. Вроде нормально мы попадаем. Да, в башню. Как угол-то регулировать? А, вот как. Так. Не, это далеко.
Да, надо поближе. Надо сделать, чтобы оно попало вот сюда в башню. Во! Вот такой вот угол. Отрегулировали. Как выйти-то отсюда? А подождите, не так. Так. Не то. Ага, вот стрелять можем. А вот это мы можем повернуть, да? Да, во, вот так вот. Отлично. Сюда ложим вот наш камушек. О, несем. Нагрузка. И огонь. Бам! Давайте, наверное, чуть повыше сделаем, да? Угол. Угол чуть-чуть повыше. Вот так вот. Во. Погнали стрелять. Но катапульта работает. Катапульта работает. Натягиваем. Куда камень наш делся? Я что только что положил тут. Ладно, берем другой. Укатился что ли куда-то? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Надо было положить камень сначала, потом стрелять. Нагрузка. А, сюда камень вернулся, да? Осталось там. А, там появляются камни постоянно, да? Короче, пока мы не забабахаем это все. Огонь! У-у-у. Я так понял, нам надо раздолбать вот эту всю башню, да? Получается. Ай, надо ж натянуть сначала. А помочь мне никто не хочет. Один натягивает, другой снаряды подносит. Третий стреляет. Ну а мы так уж и быть будем настраивать прицел. Так, ну, наверное, еще раз надо, да? Такс. Нагрузка. Огонь. Баба. А ну-ка еще раз. Почти уже развалили башню. Уничтожить башню, да. Башню, короче, надо развалить. Берем. Может, она была пониже нее пахать, чтобы она полностью сложилась. Ну почти, почти, да? Что-то не слышно криков врагов. Помогите, спасите. В ружье, к обороне. Ага. Уже не попадаем. Так. Уже не попадаем. Давайте вот так повыше чуть-чуть, да? Делаем. Ну, вот так вот. Раз мы все тут расфигачим. Я думал, она с одного удара там вынесет эту башню. Ну все. Башню-то уничтожили или нет еще? Или нет? Нет, наверное, да? Вот так вот делаем. Пробуем так запустить еще. Хорошо. Пошел следующий снаряд. Огонь. Так, давайте чуть-чуть развернем.
Нам надо вот сюда, вот. Вот, отлично. Башня так крепкая. Оказалось. Ура! Наконец-то! Доступ поступил, башня рухнула. Я наконец могу отдохнуть. Праздник, ходить до еды. Пройдите в пункт назначения. Нас что там сейчас наградят? Ну типа можешь отдохнуть, да, можешь что-нибудь там посидеть, поесть, выпить. Ну давайте пройдем. Наш верный инженер, с большим удовольствием мы пишем сегодня, чтобы выразить нашу благодарность и восхищение за ваш недавний успех в разрушении пограничного поста противника. Ваши исключительные навыки, несомненно, окажутся важным активом в предстоящем конфликте. Благодаря вашим усилиям наша армия успешно проникла на территорию противника, обеспечив значительное преимущество в этом конфликте. Однако, несмотря на ваш успех, кажется, что наши враги не приняли достаточного уведомления об этом предупреждении. Как Королевский совет, мы настоящим издаем приказ продолжить войну. Поэтому мы доверяем вам решающую задачу обеспечить постоянную поддержку нашим войскам во время вторжения на вражескую территорию. Важно, чтобы вы оставались бдительными, готовыми преодолеть любые проблемы, которые могут возникнуть. Принесите славу в наше царство, и пусть боги защитят вас в ваших усилиях. Королевский совет. Понял. В общем, вот такая вот, ребята, игрушка, вот такой вот симулятор. Если кому-то такие игры нравятся, кто-то хочет попробовать себя в роли средневекового инженера, ну, это игра тогда для вас. Тут не то, что там вот катапульту собрали, там надо будет собирать рецепты какие-то, чертежи открывать и, в общем, строить там всякие разные и различные осадные машины. В общем, ребята, всем, кому понравилось, ставим лайки, не забываем подписываться на канал. Ну а с вами был Мангуст, увидимся, всем пока-пока.